как прошли трафик, ты разбери вот там, может быть, России. Да, хорошо. Это был мой первый раз в России для Новый год. Там было приятно с друзьями отдыхать. И сейчас просто готовимся на СКА и на второй часть сезона. Саша, два матча, два гола. В чем секрет такого большого, быстрого прогресса вашего в последних матчах? Ну, не знаю. Просто стараюсь думать много и напрягаться. У меня шансы были всегда в игре. Просто в зависимости, если я буду стараться и концентрировать, когда у меня момент придет. И в этот раз просто Дроздов отличный пас дал. И я просто крышка на льду был, и все. А, была серия неудач. Помогали вот эта пауза забыть те поражения и с новым настроем выйти на эту игру? Новый год, новый салават.